Так, паспортный контроль. Документы, пожалуйста. Пожалуйста. Куда летим? В отпуск. Отдыхать. Ну, куда конкретно? За границу. Ну, а в какую страну? Ну, туда, где тепло. Ясно. Так, а это ваш паспорт? Конечно, мой. Да, но здесь брюнетка, а вы блондинка. Да, была брюнетка, потом рыженькая, а сейчас вот говорят, лысые в моде. Да это не мое. Минуточку, на фото глаза карие, а у вас голубые. Да, это линзы. А в багаже у меня, кстати, еще зеленые лежат, фиолетовые и зрачок вампира. Ясно. Так, на фото нос с горбинкой, а у вас прямой. Надоела она мне. Кто? Горбинка. Еще в прошлом году убрала. Ну хорошо, а губы? Что губы? Ну, на фото губы пухлые, а у вас нет. Ну так была мода, были пухлые. Мода прошла, и припухлость тоже. А уши? Что уши? Ну, уши-то на фото торчат, а у вас нет. Сами расправились, когда подтяжку лица делала. Так, а ямочка на подбородке куда делась? Убралась вместе с ушами. Ну, хорошо, последний вопрос. А усы? Да вы что, издеваетесь? Какие еще усы? Ну вот, на фото. А ну. Боже мой. В чем дело? Какой кошмар! Ну что вы, ладно вам. Ужас! Да, не расстраивайтесь вы так. Ну, сейчас вы в 100 раз лучше, чем на фото. Это паспорт мужа. Так, и где муж? Только что через вас. С моим паспортом, прошу. Алло, да-да, строительно-ремонтная компания, все верно. А, как найти? Мы просто только переехали, вывески еще нет. Но запомните, красная крыша, вход со двора. Все, ждем, ждем. Да. Алло, Натусик, ну я здесь. Ну где ты сказала? Ну никакого салона красоты я здесь не вижу. Что? Красная крыша? Вижу. А, вход со двора. Поняла. Пока. Добрый день. Ой, здрасте. Мне вот порекомендовали к вам обратиться. Говорят, вы здесь просто чудеса творите. Ну, чудеса не чудеса, но думаю, что пришли вы по адресу. Так сказать, спектр услуг у нас огромный. От косметических работ до, так сказать, евроремонта. Из любой старушки конфетку сделаем. Любую рухлядь сиять заставим. Вас ведь наверняка именно евроремонт интересует. Да нет. Евроремонт, как вы говорите, на мой взгляд, мне пока еще не нужен. Зря. У нас, знаете, какие специалисты работают? Фу, как говорится, что нам стоит, ну, дом построить? Да.
Но вы уж мне лучше расскажите, а какие услуги-то вы оказываете? Услуги? Да. Да все, что пожелаете. Вон, тут у меня целый список. Ну, например, вот дизайн. Так. Покраска. Лакировка. Установка конструкции из ПВХ. Простите, вы, наверное, хотели сказать из силикона. Да нет, из какого силикона? Из ПВХ. Перепланировка, фасадные работы, отделочные, уменьшение воздуховодов, гидроизоляция, монтаж-демонтаж, снос перегородок, уменьшение-увеличение входа-выхода, работы по ремонту, так сказать, очистных сооружений, устранение протечек, герметизация швов, бурение скважин, вывоз мусора, кстати, мы и берем на себя, ну и в конце концов ремонт крыши. У вас с крышей все в порядке? Простите, я вот сейчас не поняла, при чем здесь ремонт очистных сооружений? Какой еще вывоз мусора? И вообще, какие скважины вы собираетесь бурить? Девушка, ну я же вам говорю, ну целый список, я его могу до утра читать. Вы сами-то знаете, что вам нужно. Я? Да. Конечно. Меня интересует лифтинг, маникюр, педикюр. Ну, вот видите, какая ерунда у вас в голове. Подождите, ну а пилинг? Пилинг-то вы делаете? Девушка, я же вам говорю, все, что пожелаете. Распилим все, что скажете. Так, знаете что, давайте по порядку. Да уж давайте. Пол менять будем? Нет. Меня пока мой устраивает. Напрасно. У нас знаете, какие специалисты? Некоторые клиенты по нескольку раз пол меняют. Зачем? Что значит зачем? Ну, сегодня в моде один пол, а завтра другой. Нет, вы знаете, меня все-таки больше косметические работы интересуют. Но сделаем. Ну? Почистим. Да. Подштукатурим. Подкрасим. Щели замажем. Да что вы опять такое говорите? Вы понимаете, что меня только внешний вид интересует? А, так вы на продажу? Как вам не стыдно? Да почему мне должно быть стыдно? Что тут вообще такого? Да вы понимаете, я, между прочим, замужем. Да какая разница? Ну, одно другому не мешает. Так, все, хватит. Мне все это надоело. Что? Хам! Ненормальная. Сумасшедший дом какой-то. Ну, посмотрите, только переехали. 8 клиентов, одни бабы и все невменяемые. Гиблое место. Съезжать надо отсюда. На Герцена. Там как раз женскую консультацию закрыли. Всех встать, суд идет. Oh.
слушается дело о нанесении гражданкой Пыхтиной психологической травмы гражданке Шмурдя. Шмурдя. Шмурдя Попиной. Я протестую. Я считаю, что с такой фамилией психологическая травма ей была нанесена еще в глубоком детстве, при рождении. И более тяжелой психологической травмы ей нанести уже невозможно. Ну куда вы торопитесь? У вас будет время высказаться еще. Протестую. Никто не знает, сколько времени мне осталось. Протестую. Адвокат слишком много протестует. Угомонитесь вы, еще ничего не началось. Как это не началось? Мало того, что она ко мне на день рождения приперлась в этом платье, она и сюда в нем пришла. Ну, конечно, меня прямо с дня рождения и забрали в этом платье. Потому что у тебя муж прокурор. Коля, они все знают. Не волнуйся, Люсенька, они ничего не докажут. Тихо! Слово предоставляется стороне обвинения. Уважаемые присяжные заседатели, может быть, преступление гнуснее и чудовищнее, чем прийти на день рождения к своей лучшей подруге в таком же платье, как у нее. Я прошу вас самого сурового и строгого наказания. Все, я кончил, спасибо. Слово предоставляется стороне защиты. Благодарю. Ну, что я могу сказать? Претензии изначально надуманы. Во-первых, подруга не лучшая, а страшная. А во-вторых, платья одинаковые только по форме. По содержанию-то они разные. Мы с вами наглядно видим, что в одном платье находится 48 килограммов чистого веса, а в другом платье... Протестую оглашать вес моей подзащитной. Это вмешательство в свою личную жизнь. Протестую. Какая может быть личная жизнь с таким, простите, весом? Протестую. Вчера лично смотрел программу «В мире животных». Так вот там два гипопотама. Протестую. Съемки программы «В мире животных» с двумя гипопотамами производились без письменного согласия гипопотамов и не могут быть приложены к делу. Протестую. Пока еще не понял, почему, но протестую. Протестую. Прокурор протестует без повода для протеста. А я протестую. Нет, это я протестую. Нет, это я протестую. Это я протестую. Извините, я протестую. Тихо! Я вам тут не мешаю? Все. Давайте перейдем к опросу свидетелей. Суд приглашает свидетеля обвинения бывшего молодого человека, гражданки Пыхтиной. Клянусь говорить правду, только правду, ничего кроме правды. Долго ли вы встречались с обвиняемой? С гражданкой Пыхтиной мы встречались. Ну, можно сказать, что почти 2 года. У обвинения есть вопрос. А точнее? Точнее, в ночь... 31 декабря 2017 на 1 января 2018 года. И что, уже тогда на ней было это платье? Как бы это сказать, выражаясь литературным языком? Мое знакомство с ней произошло на почве того, что платье на ней отсутствовало. Вот! Отсутствовала. Прошу внести это в протокол. У обвинения больше нет вопросов. Я могу быть свободен? Свободен. Протестую.
Свидетель обещал говорить литературным языком, а сам наглым образом, так сказать, обращался презренной прозой. Я тебе сейчас хлебальник обглодаю. Вот это не литературно, а свидетель говорит вполне себе литературным языком. Протестую. Прокурор не имеет права обгладывать чужие хлебальники без письменного решения суда. Протестую. Прокурор имеет право обгладывать любые хлебальники, особенно такие вот. Протестую. Прокурор вообще не имеет права оскорблять свидетелей защиты. Суд приглашает свидетеля защиты. Представьтесь, пожалуйста. Что значит представьтесь? Вы что, меня не узнали? Я модельер кроликов. Какая редкая профессия — модельер кроликов. Что вы можете сказать по существу, модельер кроликов? Ой, я вообще не понимаю, почему вы судите только одну из них? Необходимо судить обеих. Прилюдно надеть платье из прошлогодней коллекции? Ну, ни ума, ни фантазии. Фу! Я могу быть свободен? Да идите вы уже! Суд приглашает главного свидетеля, господина Ли Хунчхана. Будьте здоровы, Ваша честь. Я не чихала. Извините. Суд приглашает Ли Хунчхана. Будьте здоровы. Да я не чихала. Извините. Суд приглашает... китайца. Нихао. Представьтесь, пожалуйста. Его зовут Ли Хунчхан. А будьте здоровы. Да ничего. Скажите, вы обе встаньте. Вы шили вот эти одинаковые платья? Нет. То есть не вы шили? Шила я, но платья не одинаковые. Как это не одинаково? А так, это платье французское, а это итальянское. А как вы их различаете? А, платье я хорошо различаю. Я вас плохо различаю. То есть вы хотите сказать, что у вас продаются только китайские платья? Нет, китайские платья никак не продаются, как мы не пробовали. Продаются только... французские и итальянские. Нихао. Если платья не одинаковые, значит, нет и состава преступления. Понял? Нет, я не понял. А что ты не понял? Ты чего не понял? А ты мне хочешь что-то объяснить? Ну, да? Хочешь, пойдем выйдем, давай. Пойдем, я выйдем, тебе объясню. Пойдем, и ты мне все объяснишь. Давай. Тихо! Все, объявляю приговор. Суд выслушал стороны и принимает следующее решение. И потерпевшая, и обвиняемая приговариваются к пожизненному неношению этого платья. Все. Почему это? Я его первая купила. Какое ты? Это я его первая купила. Я его первая купила. Тихо! Все! Это
Это Вера его первая купила. Суд удаляется под аплодисменты присяжных заседателей. Вот жизнь пошла, а? Ну, посмотрите, ну, все выгадывают, все. И чужие, и свои. Просто так никто ничего не сделает. Слава богу, у меня хоть с женой все в порядке. Да и то, вчера он вечером только легли, только я к ней. Она мне 200 рублей. Я говорю, как? Она говорит, вот так вот, деньги, пожалуйста, вперед. Я говорю, а с чего вдруг, ведь всю жизнь бесплатно? Она говорит, про бесплатно забудь. Бесплатно. Сейчас за что ни возьмись, все дорого. А со вчерашнего дня, между прочим, еще резко подскочили цены на энергоносители. Я говорю, подожди, ну ведь мы же с тобой свои. Она говорит, свои? Вот где есть свои, там могут появиться и чужие. Ну, думаю, дождались. Вот они, рыночные отношения. Ну, легли спать. Так, а ночью во сне она забылась и ко мне рукой. Вот тут я, в мертвой тишине, мертвым голосом, 340. С нее сон мигом слетел. Говорит, чего? 340. Я говорю, чего-чего? Баксов. Она улыбается, как перед расстрелом. Говорит, а с чего вдруг доллары-то? Когда вещь рублевая. Я говорю, а с того и доллары. Потому что рубль постоянно падает. Она говорит, нет. 340 долларов – это много, не дам. Могу предложить 5 рублей. Я говорю, 5? Нет, ну 5 рублей – мало. Ну давай хотя бы 300 долларов. Она говорит, нет, 5 рублей. Ну, начали с ней торговаться. К утру сошлись где-то на 5 рублях. А уже вставать пора. Я встал и думаю, а что ж я, дурак, на бартер-то не пошел? Видно, боялся прогадать. Вот жизнь пошла. Прошу прощения. Да я слушаю. Алло, Лапусик. Котенок, у меня совещание, сейчас говорить не могу. Давай попозже. Лапусик, ну я опять встала. Бибика не хочет ехать. Стою здесь, как дура. Ну хорошо, котенок, скажи мне, у тебя ключик в зажигании? Ну, там, у руля, я тебе показывал. А, да. Поворачивала ключик? Поворачивала. Не заводится бибика. Стою здесь. Как дура. Ну, хорошо. Может быть, бензин закончился? Что? О, это такая водичка специальная. Ее в дырочку заливают. Дырочка в бибике. Ну, я тебе показывал. А, водичку заливала. Я минералку покупала, ее и залила. Котенок, минералку? Ну да, газированную. Залила,
а бибика не заводится. И теперь стою здесь, как дура. А может, надо было не газированную брать, а? Так, котенок, я, кажется, все понял. Ты, самое главное, не волнуйся там, хорошо? Да какой там не волнуйся? Я вся в шоке. Стою здесь, как дура. Ну, хорошо. Котенок, скажи мне, а где ты находишься? Ну, что значит где? Здесь. Ну, а где конкретно? Ну, тут. Рядом с машиной. Стою здесь, как дура. Котенок, а адрес, адрес какой? Чей адрес, Лапусик? Ну, где ты сейчас находишься? А, не знаю. Ну, улица какая? Улица? Ну, такая, обычная, ничего особенного. Котенок, ну а как она называется? Не знаю. Ну, посмотри, там на домиках должно быть написано. Там домики рядом есть? Домики? Да, тут их много. Ну, посмотри, что там на них написано. Так. Пельменная. Лапусик, пельменная. Я на пельменной. Стою здесь, как дура. Котенок, это не то. Посмотри еще. Кожа. Меха. Меха. Лапусик. Котенок, это тоже не то. Как это не то? Ты мне шубку когда обещал купить? Котенок, я же тебе 2 месяца назад шубу подарил. Да? И что я теперь? В этой шубе всю жизнь должна ходить? Как дура! Ну хорошо, котенок, куплю я тебе, куплю шубу. Успокойся. Ты лучше скажи, название улицы нашла? А, название. Ух ты! Что? Лапусик! Что? Пипец! Ну говори, что? Не поверишь! Золото! Лапусик! Я золото нашла! Ну, поздравляю! Молодец, котенок! Теперь мы богаты! Слушай, давай сделаем так. Закрывай бибику и попробуй поймать тачку, хорошо? Да я уже пробовала. И что? Ну, один остановился. Так. Спрашивает, сколько? Ну? Ну, а я-то откуда знаю, сколько? Ну, говорю, а сам-то как думаешь? А он мне, 100 баксов. Пойдет? Только, говорит, я не один. Я с друзьями. Ну, а я такая смотрю, а на заднем сиденье еще 2 сидят. Ну, говорю, ладно, в тесноте да не в обиде. Но только 100 баксов многовато. Давай за 50, а? И знаешь, уже было совсем договорилась, но вдруг подваливает ко мне какая-то кукла и говорит, что это их место. А я такая смотрю, а у дороги, таких как я, еще человек 20 стоит. Представляешь, уехать не могут. Слушай, котенок, а ты случайно не на Ленинградке стоишь, а? Ой, точно! Я же сюда в солярий приезжала.
А теперь стою здесь, как дура. Так, котенок, послушай меня. Сейчас садись в бибику, закрой все двери, никому не открывай и жди меня. Через 20 минут буду. Лапусик, а как же твое совещание? Совещание никуда не денется, подождет. Жди. Лапусик! Все, котенок, жди. Господа, совещание переносится на завтра. Прошу прощения, дела. Как часто мы не понимаем друг друга. Представьте такую ситуацию. В одной деревне на берегу реки жили два брата-близнеца. У одного из них была лодка, у другого наоборот – жена. И вот в один день у первого затонула лодка, а у второго умерла жена. И вот одна милая женщина, которая работала в этой деревне почтальоном, пришла навестить вдовца, но перепутала и попала к лодочнику, который сильно тосковал и горевал о своей затонувшей лодке. Здравствуйте. Вот, узнала про ваше горе. Зашла выразить вам свои соболезнования. Ой, такая утрата! Спасибо, конечно. Но, честно говоря, не такая уж и великая потеря. Все равно она уж была старая, полусгнившая вся. Ну и потом от нее постоянно рыбой несло. А, я вас понимаю. Себя не утешишь, никто не поможет. И все-таки... Столько лет вместе. Это точно. Я ж, можно сказать, полжизни на ней провел. Да что там полжизни? Я в последнее время и не слезал с нее. Ой, вы меня, конечно, извините. Дело-то это вовсе не мое. Но, может быть, зря вы это? Ну, в вашем-то возрасте. Да не могу я без этого. Ну, не знаю, ну, привычка, что ли. В общем, люблю я это дело. Я вот сейчас с вами разговариваю, а у самого внутри просто кипит все. Я бы прямо сейчас... Может быть, в дом пройдем? Нет, нет, спасибо. Ну, тогда давайте прямо здесь. Что? Ну, как что? Посидим, поговорим. Мне же поделиться-то не с кем. У брата вон своих проблем хватает. Как я без нее, даже не знаю. Нет, конечно, можно поехать в город, выбрать себе любую и купить. Но даже самое плохенькое стоит таких денег. А это все-таки родная была. Всегда под боком. Захотелось, прыг на нее. И не слезаешь часами. Она ж мне как жена была. Так вы что, не расписаны, что ли, были? С кем? Ну, с ней. А, да нет, ну, записана была на меня. Ага. Ну да. Я ж брал-то ее не новую. Она до меня мужиков 5 сменила.
если не больше. Я еще тогда подумал, ну хватит ей по рукам-то ходить. Хозяин должен быть один. Ну и забрал ее себе. Привел в порядок. Всю душу в нее вкладывал. Смазывал ее. Каждую трещинку в ней знал. Прям как в песне. Я помню все твои трещинки. Ого-го. Вы знаете, вы уж лучше расскажите, а как все это произошло-то? Да как произошло? Я на днях дал ее троим своим друзьям попользоваться. Но они с пьяну ее и утопили. Что значит утопили? А, да как же вы могли-то отдать, можно сказать, свою кровиночку этим варварам? А что здесь такого? Ну, мы же с вами в цивилизованном государстве живем. Сегодня я выручу, завтра меня. Да я уверен, обратись я к вашему мужу. Он тоже не будет против. Ну а что, попользуюсь пару дней и верну. А я? Что, у меня уже и спрашивать, что ли, не надо? А вам-то что? Вам-то какая разница? Наоборот, мужик ваш отдохнет пару дней. Да он уж полгода как отдыхает. Ну это уж вы врете, полгода. Да мы с ним на прошлой неделе вместе ходили. Куда это вы с ним вместе ходили? Как куда? Куда и всегда. Поплавок помочить. Ну что, поплавок помочить? Ну, в смысле, как говорится, червячка в пруду искупать. Ах, червячка. Это значит так теперь называется. И как часто вы с ним вместе червячка купаете? Да нет, ну, вместе мы только последнее время. А так у меня свои места, у него свои. Ну, понятно все. То-то я думаю, что это он последние полгода ко мне не подходит. А он, оказывается, червячка в другом пруду купает. Ну, спасибо тебе, что глаза мне открыл. Да, честно говоря, я думал, что вы в курсе. Вы уж извините, если что не так сказал. Да уж чего уж теперь. Ну, так как, не против будете, если я попользуюсь пару дней? А? А, вы... В этом смысле... Ну? Ну, я не знаю. Ну, в принципе-то я не против. Я к тебе вечером зайду. Да, заходите, когда захотите, спасительница вы моя. Эх, мне бы еще блеснул бы, как у вашего мужа. Он ведь на нее не одну красавицу поймал. Может быть, заодно и ее одолжите, а? Подождите, я что-то не пойму. Вы о чем? Что вы имеете в виду? Ну, как, блесну? Какую еще блесну? Да ладно вам. Ну, в деревне все же знают, какая у вашего мужа блесна.
какая? Какая? Такая, небольшая, красивая. Да он сам ее всем в деревне показывал. Кому это всем? И бабам, что ли, тоже? Бабам-то зачем? Мужикам? Бабам-то что показывать? Им-то без разницы, какая у мужика блесна. Им лишь бы рыбку съесть. Да. Это уж точно. Нашим бабам только это и нужно. Ну, значит, так. Вечером, как стемнеет, будь готов. Да, и чтоб блесна была в порядке. В смысле? Ну, зайду к тебе поплавок помочить. Или, как там у вас говорится, червячка в пруду искупать. Люда, ну открой дверь, звонят же. Ой, Люда, три верблюда. Сейчас все бросила, понимаешь, и побежала твою дверь открывать. А что, уже трудно открыть дверь, да? Слушай, ну ты что, сам не можешь открыть? Да вон руки свободные вообще-то. Свободные руки? Я, между прочим, занят, понимаешь, Люда? Я занят. Что-то там краешь, там даже стены-то и нету. Люда... Я просто попросил тебя, попросил открыть дверь. Неужели это так трудно сделать? А? Конечно, трудно. Такое ощущение, что все мне это осталось. Это ванна, да вот я это между вот грязное, между прочим. Я, между прочим, а как, зарабатываю бабки на ней все в этой квартире. Посмотри, электрика, на мне сантехника. Я машину не могу даже резину поменять уже несколько лет, между прочим. И за тебя, Людмила. Мальчик, тебе чего? Кого ты тут ищешь? Здравствуй, папа. Папа? Мальчик, а сколько тебе лет? 15. 15. А ты откуда вы приехал, мальчик? Из-под Иваново. Из-под Иваново. Ну, все сходится. 15 лет назад. Ты ездил в Иваново в командировку, да? Да? Ну, поздравляю тебя, папа Карло! Приехала твоя Буратино! Нет, Люда, а, ничего конечно, не да, было ну, там. А я, дура, я ванну этого драйву, не может быть. Он она, даже она, не, так, понимаешь, развлекается, не похож да, на меня. Сыночка приехал, поздравляю Люда, тебя! Люда, это не мой сын! Твой! Родинка, как у тебя! Паразита ты кусок! Здравствуй, мама! Мальчик, ну какая же я тебе мама? Мама Люда, какая же еще? Так это твой сын? То есть пока я в командировке в Иваново зарабатываю бабки... Ты тут со всеми подряд, пожалуйста, нарожала детей. Я нарожал. И я сразу Людмила заметил. Стойте, подите, глаза. Нет, эти уши. Не спорьте. Я ваш общий сын. Когда мне было 1,5 годика, вы меня сбагрили к бабушке, а сами начали делать ремонт. А у меня вообще-то сегодня день рождения. А Антон? Антошенька! 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 С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Антоша! Андрей! Антоша остался у другой бабушки! С днем рождения! Андрюша!
женское счастье был бы милый рядом. Главней всего погода в доме, а остальное суета. Любит наш народ всякое... Облака, белогривые лошадки, облака... Открыто! Российская почта, вам телеграмма. Расписаться? Российская почта, верим на слово. Телеграмма, вот они, оказывается, как выглядят, прикольно. Ну-ка, ну-ка, интересно, это от кого? Пупсик, пупсик, ТЧК, ты скоро станешь попой, ЗПТ, твоя рыбка, ВСКЛ. Нормально, чё? Я не понял, подожди. Напутали, наверное, что-то. С этой почтой вечно какие-нибудь фокусы? Не-не-не, вот это наш адрес, 3-й эскаваторный тупик, дом 4, квартира 17. Ну, потом разберемся. Подожди, давайте уже есть хочется, а? Подожди. Сыночка, это что, это твои друзья, что ли, балуются? А? Мам, ты что, они вообще не в теме с этими телеграммами? Сейчас все в инстаграмах сидят уже. Да. Главнее всего погода в доме, остальное... А что ты на меня так смотришь? Чуть ли у тебя глазки забегали, а? А что за напряженный взгляд? А чуть ты руку в мясорубку засунул, а? Мам, пап, что происходит? А я не знаю, что это происходит. Пусть нам папа объяснит, что это за пупсик такой, ТЧК, а? Ну, давайте включим логику. Ага. Вот, да. Сынок, ага. Ты, например, пупсик. А. Пап, ты что, я уже взрослый. Ага. Вот, ага. Сынок, не пупсик. Ага. Вот. Может быть, ты, дорогая, пупсик? Ага, ты еще издеваешься. Давай, давай. Ага, ты да, тоже ага, не пупсик. Да, ага, да. Два пупсика отпали. Остался я. Задаю себе вопрос. Я пупсик? А то нет. Это ж я тебя пупсиком, ты и назвала. Когда ты на наш юбилей нажрался, голову не мог поднять, кричал: «Мама! Мама!» Нормально. Что ты старое ворошишь? Ну, как говорится, кто старое помянет... Тому. Я тебе не только сейчас глаз, я тебе сейчас все остальное оторву. А ну-ка, пупсик, объясни мне, пожалуйста, что это за рыбка такая в СКЛ? А, это твоя мартовская поездка в Геленджик, да? Порыбачил, значит. Слышь, папа, а может возьмешь меня на рыбалку, а вместе порыбачим? Правильно, правильно, давай, давай, и сыночку возьми, научи его, как рыбачить, давай, давай. Не начинай. Ага, я начинаю, да, ага, конечно, да. Значит, закинул, значит, старикашка свой невод в синее море. Ага, а теперь вся семья должна и корочкой поесть. Я тебе сразу сказала, как только ты поехал в этот Геленджик, что будет что-то, какая-то фигня. А тебе не надо мне объяснять. Не надо мне объяснять. Открыто. Открыто. Письмо, здравствуйте. Российская почта. Вам письмо. О, письмо вдогонку. Наверное, от твоей рыбки из Геленджика. Спасибо вам, товарищ почтальон. Ага. Ну что вы, да. Доставлять радость людям – это наша работа. Российская почта – всегда хорошие новости. Ну, ходок, открывай давай, ага, давай. Читай давай, вслух читай. Пусть нас сыночка услышит, какой наш папочка рыбачащий. Давай. Между прочим, письмо авиапочты. Авиапочты еще письмо. Из Парижа. Из Парижа. Ага, ага. Значит, порыбачил в Геленджике, закоптил селедку в Париже. Да. Ну давай, читай, давай. Тут открытка. Ага. Открытка ему. Давай, давай. Ну давай. Бонжур, моя птичка. Птичка его. Привет тебе из солнечного Парижа. Парижа, да. Ага. Скучаю. Ага. Твой любвеобильный Жан-Клод. Ага, Жан-Клод.
Походу, нам Жан-Клод Ван Дам написал. Да, похоже, так. Или у нашей мамы есть другие версии? Версии. А что ты на меня так смотришь, а? А что это ты так заволновалась? А что за подозрительная интонация, я не поняла? А кто это у нас в семье птичка? Птичка. А давай разберемся, кто это у нас тут птичка. Сыночка, ты птичка? А? Мам, ты что, я взрослый. Ага, нет. Значит, может быть, папочка наш птичка, которая слетала в теплые края. Орнитолог хренов, а? На дурацкие вопросы не отвечаю. То есть ты хочешь сказать, что это я птичка, да? А как твоя девичья фамилия? Ну, Перепелкина. Вот. А теперь-то я Курицына. Он Курицын, ты Курицын, я Курицына. А курица не птица. Родители, знаете, кто вы? Кто? Дятловы. Задолбали вы ругаться. Ты мне сейчас знаешь, что ты за такие словечки по шее получишь. А я добавлю. Ага. Не надо, не надо. Я Курицын, ага. Я птица. Ага. Ку-ку, ку-ку. Открыто. Открыто. Вы извините, у нас тут на почте казус произошел. В общем, телеграмма из Геленджика и открытка из Парижа вам были отправлены не сейчас, а, как бы это сказать, ну, чуть раньше. В смысле? Ну, в смысле из 1997 года. Это что ж получается? Ты мне еще при Ельцине изменял, да? Ага, при Петре Первом. Российская почта всегда вовремя. Кстати, вот вам еще и посылка. Я получать не буду, пусть отец берет. Я свою уже сегодня получил. Зашибись, семейка. Ку-ку. Российская почта. Ку-ку. Ну, ходок, открывай. Тебе, по ходу дела, презент от рыбки из Геленджика в СКЛ. Да? А может быть, от Жан-Клода из Парижа? Ага. Не, ну реально, семья Дятловых. Ну вы что, ничего не поняли, что ли? Ну вы же сами мне в детстве рассказывали, как вы познакомились. 97-й год. Вы встретились в Москве. Потом папа поехал по обмену опытом во Францию. Ну, сам же рассказывал, как ты маме письма писал из Парижа. А еще писал, как ты ловко с развороту сбиваешь пустую пивную банку. Поэтому и называл себя Ван Дамом. Хотя для мамы ты всегда был пупсиком. Правда, что ли? Что-то у меня совсем из памяти выпало. Ну, конечно, выпало. А потом мама поехала к бабушке в Геленджик, где я, собственно, и родился. Ну вы что, все забыли? Господи, как давно это было. Выходит, это ж мы сами друг другу-то писали. Так, стоп! А посылка? Да посылка это мне! Помните, вы мне на Новый год деньги подарили? Ну ага. Вот, я решил в интернете заказать вам подарки. А. Вот, пап, это тебе. О, спасибо. А это тебе, мам. Ой, какая замечательная фигня. Как раз вовремя, к 15 августа. Российская почта вне времени. Дорогой, сегодня же 15 августа. Годовщина нашей свадьбы. С Новым годом, птичка. С Новым годом. Пупсик! Уважаемые дамы и господа! Наш самолет набрал необходимую высоту, но, к сожалению, потерял управление и сейчас падает в море. До катастрофы остается 2,5 минуты. Просьба всех надеть спасательные пояса и оставаться на своих местах.
Давайте проведем катастрофу организованно, без паники. Желающим будут предложены прохладительные напитки. Боже мой, что же делать? Анна Павловна, раздевайтесь. Ой, а зачем? Я же все равно плавать не умею. Анна Павловна, раздевайтесь. Стюардесса предупредила. У нас на все про все 2,5 минуты. Сергей Тимофеевич, миленький, да что вы обо мне-то так беспокоитесь? Я же все равно утону. Утонете, ну, перед смертью последнюю радость получим. Если успеем. Как? Прямо здесь? А вы что, под водой предпочитаете? Нет, ну, а вдруг мы не разобьемся? Ну, как это не разобьемся? Не волнуйтесь, все будет нормально. Разобьемся. Ой. Нет, ну, а вдруг что быть... А вдруг ваша жена узнает? Она уже ничего не узнает. Снимай свои чертовы шмотки. О, Господи, да что вы на меня так кричите? Ну, так же сразу нельзя. Сначала же нужно привыкнуть друг к другу. А уже потом... Нет. Сначала потом. Ой. Привыкать на том свете будем. Ой, нет. Ну, я так сразу не могу. Ну, вы бы для начала хоть сказали что-нибудь. Что? Я не знаю, ну, что любите меня, что жить без меня не можете. Ну, что все обычно говорят, ну, можете сказать или нет? Ну, не могу, не могу я без тебя жить. Ровно минуту. Ой. И зачем я с тобой связался? Вон, роскошная блондинка в обмороке лежит. Но я до нее уже не успею. Да ты посмотри, что люди делают. Вон, пьют, раздеваются. Целуются. О! Берегут каждую секунду. Одни мы тут с тобой. Господи, и правда, разврат-то какой. А эти в проходе-то что вытворяют? А до этого сидели как порядочные. Господи, ну неужели, чтобы почувствовать себя совершенно свободным, необходимо в катастрофу попасть? Ну ладно, все, так и быть. Милый, поцелуй меня в шейку. Сама себя целуй. Поздно. Как поздно? Сколько у нас еще осталось? 5. Ой... 4, 3, 2, 1. Уважаемые дамы и господа, наш самолет произвел вынужденную посадку, с чем мы вас и поздравляем. Ну, а вы говорили, разобьемся? Обманщик. И запомните, Сергей Тимофеевич, порядочная женщина так вот сразу не может. За 2,5 минуты. Добрый день, уважаемые телезрители, и вновь ваше любимое ток-шоу. Тема нашей программы, как обычно, интересует всех нас больше всего. Героиня нашей программы утверждает, что над ней надругались. Итак, встречайте, Анжела Шарамыгина. Здравствуйте. Присаживайтесь. Расскажите, с чего все началось? Меня в гости пригласили. На какую-то дачу. Так. С ночевкой. В сауне попариться и пивка попить. Хорошо. А кто пригласил? Да кто его знает? Мужики какие-то. Ну, вы, разумеется, отказались. Ну, я ж не дура.
Ну? Конечно, поехала. Как? На халяву-то. В сауне попариться и пивка попить. Ну, вы понимали, для чего они вас пригласили? Ну, я ж не дура. Конечно, понимала. В сауне попариться и пивка попить. С незнакомыми мужиками? Ну, это меня тоже немного смутило. Но так пивка хотелось. Думала, в сауне попарюсь, пивка попью и домой поеду. А они, бесстыдники, вон что удумали. Ну, хорошо. Скажите, вам знаком вот этот человек? Конечно. Я его сразу узнала. Угу. По рубахе. Он был в этой рубахе? Не, в свитере. Я этого негодяя на всю жизнь запомнила. Это он мне пылесос продал. Простите, какой еще пылесос? Современный, от комнатных клещей. Да, подождите, в сауне был он или не он? Да кто его знает? Их там человек 10 было. Ну, всех и не упомнишь. Ну, посмотрите, вот он... Ну, вроде он. Точно он. Вон морда какая наглая. Ну, хорошо. Сегодня у нас в студии собрались наши гости, эксперты, которые тоже хотели бы сказать свое мнение. У вас есть ровно минута. Пожалуйста, говорите. Извините, пожалуйста, можно еще скажу? Каждого я не могу сейчас просить. Ничего, что я говорю, когда вы меня перебиваете. Да, что надо. Послушайте меня! Вот, извините, пожалуйста. Я требую экспертизу ДНК. Что? Ну, все что-то требуют какой-то ДНК. Да нет, ну это не из нашей программы. Давайте по сценарию. Ну ладно, я ж не дура. Ну да. Как мне подсказывают наши редактора, только что сотрудники полиции поймали подозреваемого, и у нас есть возможность поговорить с ним в прямом эфире по телефону. Алло? Алло? Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания невальный сержант Гаврюшкин слушает. Мы можем услышать задержанного? Да. Так точно. Одну минуточку. Ну, попробуем еще раз. Алло? Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания невальный сержант Гаврюшкин слушает. Вновь телевидение. Мы можем услышать задержанного? Да. Так точно. Наша служба и опасна, и трудна. Уважаемый абонент, ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. И на первый взгляд, как будто не видна. Связь просто подводит, но попробуем еще раз. Алло? Добрый день. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания невальный сержант Гаврюшкин слушает. Сержант! В конце концов, мы можем услышать задержанного? Да. Алло. Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора сержант Гаврюшкин слушает. Послушай, Гаврюшкин, мне продали пылесос современный от комнатных клещей. Понимаешь? А это кто? Кто-кто? Шарамыгина в пальто. Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного сержант Гаврюшкин слушает. Гаврюшкин, дай нам поговорить с этим козлом. Наша служба и опасна, и трудна. Алло,
Что вам от меня нужно? Здравствуйте, телевидение беспокоит, вы в прямом эфире. Мы по поводу Шарамыгиной. Это еще кто такая? Как, девушка, над которой вы, так сказать, надругались? Вы в своем уме? Я вообще девушками не интересуюсь. В смысле, я жена. Ой, да шут с ним. Ну, надругался и на здоровье. Вы его лучше про пылесос спросите. Встаньте вы со своим пылесосом. Ну, пожалуйста, я за него 100 000 заплатила. Ну, ладно, ладно. Скажите, а зачем вы продали Шарамыгиной неисправный пылесос? Да. Алло. Вы в своем уме? Я не торгую сломанными пылесосами. И не сломанными тоже. Подождите, ну, а за что же вас тогда задержали? Да. Вы в своем уме? Никто меня не задерживал. Я дежурный старший лейтенант Козлов. А как же задержанный? Да. А задержанный уже отпущен. За недостаточностью улик. Пылесос мне подарил. Современный. От комнатных клещей. Это он! Задержите его! К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Но завтра в прямом эфире мы поговорим о мошеннике, который торгует неисправными пылесосами. До новых встреч в эфире! Мужчина, можно вас на 5 секунд? Один. Один. Два. Два. Три. О. Четыре. Пять. Все, спасибо, мужчина. Не понял, это что, все? Да, можете идти, спасибо. И вы это хотели? Да ничего я не хотела. На 5 секунд вас и все. Мужчина, а можно вас на минутку? А, да, можно, да. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вы так и будете считать? Не мешайте. 11, 12, 13, 14. Я ничего не понимаю. Я же вам сказала, можете идти. Ну, я должен разобраться вот в этом. 57, 58, 59, 60. Все, спасибо, мужчина. Рад, что помог. А ты помог? Я помог. Еще как? Я пошел. А как? Это я пошел. Да-да, спасибо большое. За что спасибо? Я ничего не понимаю. Мужчина, а время не подскажете? Без 15. А, нет-нет, понимаете, просто у меня тут в кроссворде время. Первая буква Ч, последняя И. Ну, так это же просто. Чебоксары. Спасибо большое. За что спасибо? Здесь же 4 буквы. Ничего страшного. Составители ошиблись. Да. Ну как они могли ошибиться? Время. Первая буква Ч, последняя И. Это же все знают, что это... Чары. Чипсы. Чиполлины. А может, чики-пуки?
почему вы все еще здесь? Я же вам сказала, можете идти. Я не могу понять, зачем вот вы меня там остановили, а? Ну, я же не знала, что у вас масса свободного времени. У меня нет свободного времени. Пока я с вами здесь разговариваю, меня челябинцы на чемоданах ждут. О, челябинцы, чемоданы, чингисханы. Спасибо большое. Вы мне на 7 кроссвордов вперед помогли. И этот помог. Девушка, девушка, не подскажете, как мне к автовокзалу пройти? К автовокзалу? Ну да. К автовокзалу пройти очень просто. Правую ножку вперед. Раз. Левую ножку вперед, два, правую ножку вперед, раз, и опять левую ножку вперед, два. Так 346 раз делайте и оказываетесь прямо возле... Автовокзала? Аэропорта, вам туда. И опять правую ножку вперед, раз, и опять левую ножку вперед, два, и опять правую ножку вперед, раз, и опять... Левую? Да что ж вы все время встреваете, если дорогу не знаете, зачем подсказывать? Как это я не знаю? А так, что там яма на тротуаре, споткнетесь и расшибетесь. Нет там никакой ямы, я там был. Я говорю, яма там на тротуаре, ремонт идет на площади, где часы висят. О, часы! Че, и, четыре буквы, какие часы? Часы? Причем часы? Это я говорю, яма там на площади. На площади, где парень часами. Лёва! Я, кажется, нам мужиков нашла. Мальчики, пойдемте со мной. Пойдемте, пойдемте. Там рояль надо поднять на 8-й этаж, а лифт не работает. Мальчики! Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы ведем наш репортаж в прямом эфире и сейчас находимся в Москве на Ленинградке, где обычно в ночное время предлагают свои услуги жрицы любви, а сейчас здесь проходит митинг учителей средних школ. Учителя решили митинговать именно здесь, на Ленинградке, ближе к центру, к правительству, чтобы их наконец-то услышали. Сейчас мы попробуем поговорить с кем-нибудь из митингующих и узнать о проблемах школы и какие требования выдвигают учителя. Сегодня здесь, на Ленинградке, довольно-таки многолюдно, и поэтому трудно понять, кто здесь митингующий, кто прохожий, а кто просто пришел поддержать учителей. Вот. По всей видимости, это одна из митингующих. Обычный учитель средней школы. Довольно-таки еще молодой специалист. Попробуем поговорить с ней. Добрый день, новости дня. Можно вас буквально на 5 минут? Ну, а что на 5? Бери уж сразу на час. Нет, нет, целиком передачу мы посвятим вам в ближайшее время. А сейчас, если не против, короткое интервью. Ну, ладно. Давай только, знаешь, как-то это... по-быстренькому. А то вон ты своей камерой мне всех девчонок распугал. О! Попрятались все. Я не понимаю, а чего бояться-то? А если их предки по телеку увидят, чем их дочурки тут занимаются? Я не понимаю, опять же, чего стесняться? Вы занимаетесь любимым делом. Ваша профессия одна из самых уважаемых во всем мире. Да? А я всегда считала, что наоборот. Ну почему? Вот, например, я всегда с большим уважением вспоминаю
ваших коллег, которые для меня немало сделали. И мою первую, Марью Ивановну, несмотря на то, что мне тогда было всего 7-8 лет. И Надежду Семеновну, которая обожала меня, несмотря на мои, так сказать, шалости. И даже физрука Сан Саныча, с которым мы довольно-таки тесно и тепло общаемся и по сей день. И я уверен, что и вас тоже любят и обожают все те, кому вы даете, так сказать, возможность учиться у вас. А таких, я уверен, у вас уже было немало. А будет еще больше, ведь вы довольно-таки еще молодой специалист. Сколько, если не секрет, вы уже в профессии? Ох, спасибо, конечно, за комплимент. Но у меня уже 15 лет позади. И я не собираюсь заниматься этим всю жизнь. Ну, какие ваши годы? Марье Ивановне, о которой я вам только что говорил, в прошлом году исполнилось 70. Она в такой потрясающей форме, что у нее еще есть чему поучиться. А вы лучше скажите, а какие проблемы волнуют вот вас на сегодняшний день? Ведь не случайно такое количество ваших коллег сегодня вышло на улицу. Так ведь в этом-то все и дело. У нас знаешь, какая конкуренция? Конкуренция? Во всех газетах пишут о нехватке кадров. А вы говорите, конкуренция. Ой, да врут все ваши газеты. О, да я тебе хоть сейчас вон 30-40 девчонок в ряд поставлю. Выбирай на вкус. Светлый, темный, худенький, полненький. И все хорошенькие, молоденькие. За 150-200 долларов и споют, как говорится, и спляшут. А если им для начала еще и налить, они такое вытворяют, что вам и не снилось. Простите, вы хотите сказать, что ваши коллеги могут позволить себе спиртное на рабочем месте? Да нет, но они ж не нажираются до беспамятства. Ну так, грамм 150-200, ну, чтоб язык развязать. Для поддержания, так сказать, контакта. Слушай, а может быть, возьмешь кого, а? Да нет, спасибо, мне, знаете ли, как-то ни к чему. А, что? Понятно. Физрук Сан Саныч. При чем здесь Сан Саныч? Просто поймите меня правильно. Ну, возьму я под свою опеку одного специалиста. Ну, второго. Ну, проблему-то мы этим не решим. Необходимо, чтобы у каждой из ваших коллег была своя группа. Человек 25-30. А? Как вы, согласны? Ну, это ты загнул 25-30. Ну, а вот скажем, 5-6 постоянных клиентов, вот это, пожалуй, самый раз. Ну вот видите, получать деньги мы хотим. А поработать с группой 25-30 человек уже сложно. Не надо бояться трудностей. Вот у нашего физрука... Сан Саныча. Сан Саныча была своя группа. 38 человек. В заключение я хотел бы спросить у вас. Вот если бы можно было повернуть время вспять, то кем бы вы стали тогда? А вы знаете, я ведь с детства мечтала стать учителем. Спасибо. Уважаемые телезрители, это был репортаж с Ленинградки, где сегодня проходит митинг учителей средних школ, которые, несмотря на все трудности,
по-прежнему преданы своей профессии, верны своему делу, за что им большое человеческое спасибо.